для наших переселенцев и тем более для вашей многодетной семьи вот сделали вот такой, можно сказать, подарок. Гуманитарная помощь, которая поступила от наших партнеров. Спасибо. Мы сегодня имеем такую честь от самоорганизации населения, от датского фонда, вручить вам вот такую электроплиту. Надеемся, что она вам в быту облегчит ваше приготовление пищи. Поэтому это вам... Спасибо. Да. Александра, принимайте. Это очень хорошо, потому что у нас там стояла такая, она старенькая. Целый день мы на ней долго кушать варим на старой печке. Так что это очень, спасибо вам огромное. Это хорошая помощь. Выиграли грант на сумму 380 250 гривен. Посоветовавшись с мэром нашего города, мы решили, что на эти деньги нам нужно приобрести генераторы, электропечь, топливо и продукты питания. Сейчас мы это все уже закупили, и начинается у нас выдача.